Дорогие соотечественники, сегодня мы отмечаем День государственного флага. У наших знамен, как и у нашей державы, тысячелетняя история. Русские дружины поднимали над своими полками стяги с образом Спаса Нерукотворного. В XIX веке на официальных зданиях страны развивался черно-желто-белый флаг Российской империи. Больше 70 лет 20 века наша страна прожила под красным флагом. И именно с этим знаменем была выстрадана победа в Великой Отечественной войне. Все исторические флаги и символы России требуют уважения со стороны граждан, всех общественных сил, представителей власти, потому что они отражают непрерывность развития нашей нации и государственности. Но, конечно же, у нас особое отношение к бело-сине-красному знамени. Это наш официальный государственный флаг, который был утвержден в этом качестве Петром Великим. Трехцветный флаг вновь был поднят над нашей страной 22 августа 1991 года. С этим флагом мы преодолели немало трудностей и испытаний, но, по сути, восстановили суверенитет нашей страны. Россия – тысячелетняя страна и цивилизация. Наш государственный флаг – это символ нашего единства. Уверен, что государственный флаг всегда будет вдохновлять нас идти только вперед, до победы, утверждать славу России. С праздником вас, дорогие друзья! С Днем Российского флага!